друзья, начинаем. Сергей Евтисов, Денис Толст Трифонов. Братья. Сейчас будем говорить о подледной ловле судака. Совершенно разные приманки в стиле, который практикуют ребята. Как вы знаете, есть несколько вариантов ловли судаков. Кто-то любит делать это на жесткие удочки без катушек, выбирая леску руками. Да, это целая школа. Старая школа. Целая старая школа. Old school. Вот сейчас поговорим о новой школе, о ловле судака при помощи удилищ, катушек, в общем, ну, неком таком новом направлении в этой ловле. Напомню, это Дубна и, соответственно, школа, которая сложилась на Ивановском водохранилище, да, в первую очередь? Да, да, да. И это Саратов, Волга, ну, как бы немножко два разных региона, но ловят ребята в очень схожем стиле, поэтому все вопросы, которые будут у вас возникать, можете озвучивать, поднимайте руку и, собственно, спрашивайте по ходу нашего семинара. Передаю Сергею микрофон и начинаем. Добрый день. Сама техника ловли на подобные, скажем, снасти родилась у нас, так скажем, не так давно. Что это из себя представляет? Это, в первую очередь, удилище гибкое, оснащенное катушкой, снабженной фрикционным тормозом. То, что мы представляем и предлагаем, это удилище трех тестов, но тесты они здесь характеризуют скорее не вес рыбы, а скорее именно подбираются под те приманки, которыми вы пользуетесь. Это эмочка, самая легенькая и самая такая тоненькая, очень аккуратненькая, стройненькая удочка. Это примерно до 15 грамм приманка. Это для небольших, скажем так, вибов, небольших балансирчиков. Эмаш – это средняя в нашей серии удочка. Здесь, наверное, до 20-25 грамм приманок. Здесь как бы перекрывает достаточно большой диапазон и вибов. И уже достаточно серьезные туда можно ставить балансиры. Ну и ашечка, да. Ашечка – это уже один из самых жестких вариантов. Но мы чуть-чуть позже расскажем, что есть, вот, в чем жесткость и чем они отличаются более подробно. Но вот это ашка. Все эти удочки выполнены из монолитного графита и имеют длину 67 сантиметров. У всех ручка ЭЗВ и такой удобный катушкодержатель. Перебилась Сергея, потому что очень много вопросов в социальных сетях, и все спрашивают, почему именно длина 67 сантиметров. Но и изначально, когда проектировали эти удочки, есть два вида людей, которые ловят зимой. Те, кто ловит сидя с ящика, те, кто ловит стоя, более мобильно, более компактно. Если делать удочку более длинную, потому что очень много вопросов, почему удочки там не длиннее, почему удочки не 70 сантиметров, не 80, не некоторым нужно вообще метр. Длина 67 сантиметров, ну, это, наверное, более универсальный вариант, который позволяет людям ловить не только стоя, но и сидя на ящике, на студочке. Эту удочку достаточно компактно можно переносить, как в рюкзаке, не имея для этого отдельные тубусы, мешки и еще что-то. А эта длина более универсальный вариант, который позволяет угодить и этим. Давай, наверное, Сереж, расскажем, как удочки, чем эти удочки отличаются от того большинства удочек, которые есть на рынке, и почему эти удочки имеют аббревиатуру именно VIP Special, и почему они не имеют аббревиатуру там Balancier Special и прочее. Если ты позволишь немножечко. Изначально, когда появилась идея делать зимние удочки именно для подобного типа ловли, для доставания рыбы именно катушкой, для активного поиска, для анимации приманок, не просто техники, к которой мы привыкли, ловли на балансир. Это мах, пауза, взмах и пауза. Изначально была цель сделать удочку
не оснащенную кивками, не оснащенную дополнительными устройствами, которые позволяют увидеть поклевку. Очень долго обсуждали, спорили, какой должна быть эта удочка. В итоге пришли к единому решению, что удочка для зимней рыбалки должна иметь, ну, достаточно сложный специфический строй. В первую очередь, это должна быть очень гибкая вершинка, которая позволяла бы без использования кивков и каких-то дополнительных аксессуаров регистрировать практически любую поклевку судака. Независимо, это мощный удар, оттяжка, либо легкое прикосновение, либо подброс. Но при всем при этом удочка должна обладать достаточно, ну, большой мощностью, потому что мы ловим на водоемах, где крупная рыба, ну, это не редкость. И поимки рыб в 4, 5, 6, 7, 8 килограмм, ну, они существуют и происходят регулярно. В связи с этим на первых образцах появился, ну, достаточно интересный строй. Вот если видно на изгибе, да, ну, вот это видно, наверное, больше на самой легкой удочке, на М-ке. Да, у нас достаточно мягкий кончик, ну, видно, да. И видно, что удочка имеет, ну, достаточно жесткую середину. И имеет практически неизгибаемый конь. Середина бланка, она как раз-таки участвует у нас в подсечке после поклевки, когда мы просекаем рыбу. Ну и комель, соответственно, это вылаживание. Вылаживание, потому что, еще раз оговорюсь, мы вытаскиваем рыбу не руками, а мы вытаскиваем рыбу катушками. Ну еще, Денис, я хотел бы вот добавить то, что гибкая вершинка, она очень удобна, когда идет именно вот подыгровка и игра. Не только взмах, а вот это такой небольшой мармышень, назовем так, приманкой. Когда вы, да, шевелите, и здесь очень видно, как вот все это происходит. И малейшие вот эти колебания, дрожания, вот эти удочки позволяют как бы осуществлять. И видно вот даже как бы касание рыбы при троге. Вот. То есть вы видите, что начинается процесс. Абсолютно изменение в сбой игры. Да. Абсолютно любое прикосновение, как это... Ну, не казалось бы, может быть, фантастическим, но это видно, и эти удочки, ну, действительно, они помогают ловить рыбу, не используя ни кивки, ни пружины, ничего подобного. Это очень удобно. У меня есть ряд вопросов к мэтрам. У меня есть такой друг, его зовут Андрей Чуланов. Он считает, что судака важно подсечь. Да, и для этого нужно сделать широкий мах правой рукой, в которой зажата удочка, желательно сделанная из куска трубы, ну, чтобы она не согнулась. Швабра очень хорошо подходит. Швабру, да. Ну, для того, чтобы просто воткнуть крючок, попасть в судака, который находится на какой-то глубине. Вот глядя на все эти, вот эти истории, да, которые можно там согнуть, ну, кольцо. Особенно самый слабый, да? Да, особенно вот на самые легенькие. Как-то с трудом верится, что можно, даже используя плетеную леску, на глубине там в 10-12 метров, ну, какой-нибудь Волги, да, вот, например, в твоих краях. Да. Каким-то образом подсечь рыбу весом там 5 килограмм, 7 килограмм. Расскажу. Да, как это происходит? То есть вы потекаете просто рукой, потому что удочка складывается до ручки, и вот пускаете ручкой, что ли? В чем логика? Совершенно верно. Ну, на самом деле это теоретик перешел к нам из летней ловли, из спиннинга, потому что общепринято, что удочка для ловли судака, она должна быть достаточно жесткой. Да, ну, если мы вспомним геометрию подсечки летней рыбалки, у нас удочка имеет минимум там 2 метра, и у нас геометрия идет не рукой, мы подсекаем удочкой. В зимней рыбалке абсолютно все по-другому. Да, у нас удочка имеет минимальную длину, это 67 сантиметров, и мы не подсекаем кистью, подсечка идет рукой. Вот эта геометрия, которая проходит удочка, позволяет просечь абсолютно любую эту рыбу. То есть вот подсечка, вот подсечка. Я не секу никогда в эту рыбу выше своей головы. Ну, я считаю это лишним. Но подсечка, ну, я не знаю, в полметра, она позволяет отсечь абсолютно любую рыбу. И есть такая еще немаловажная вещь, что все развивается, все растет. Современные крючки, которые используются на приманках,
для того, чтобы подсечь абсолютно любую рыбу, не нужно обладать сверх физической подготовкой. Еще один комментарий, ведь не секрет, что большинство любителей ловли судака используют кивки. И они говорят, что, знаете, вот это... Вот я ее вижу по кивку, да, а на удочке это невозможно ощутить, особенно когда ты в варежках, и у тебя вот эта штука в руках. Что там можно увидеть, там, подбой, там, тычок, когда надо всечь? Как? Вот эту штуку даже VIP просто своим весом нагружает, так? Да, да. Ну вот там подбой и все прочее. Неужели это все видно? Все видно. Все чувствуется? Здесь очень информативно. Очень, да. Ну, все видно, и не только по клевке, я говорю, касания видны. Касание именно при троге, вот как он немножко боднул, да. Да. Любое изменение, даже в анимации, это все видно. Хорошо. И проходит как... Эта тема годится только для вибов, или вот в таком стиле можно ловить на все остальное, там, на вертикальные блесны, на всякие, как их называть, бокоплавы, да? Да, тюльку. Единственное, что, ну, наверное, для ловли на более тяжелые балансьеры, да, они в меньшей степени подойдет удочки с индексом М и МАЖ. Ну, потому что, ну, опять же таки, все зависит от того, как человек анимирует. Да, мы привыкли анимировать ловля на балансьеры, это достаточно резкий подброс. Это можно сделать более жесткой удочкой. Но вот ашкой некомфортно ловить на балансиры до 30 грамм. Свыше 30 некомфортно. И опять же таки, есть разные приманки, разные балансиры. Но все вот эти три удочки, они позволяют процентов на 90 сокрыть весь ассортимент зимних приманок. Тогда, уважаемые господа, у меня к вам еще один вопрос. Я думаю, он будет интересовать многих. Давайте поговорим о том, как выглядит сама проводка. То есть я видел разные варианты на разных видео. Кто-то, значит, делает вот так. Там. Да, кто-то делает так. Так. Ну, ты близок к истине. Да. Уже, кто-то делает там. Уже так, теплее. Там, потом так, там, так, 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 там. На самом так, деле, потом да. Так, так, так. Вот просто, давайте сейчас экспромтом. Вот просто да. Представим, что ты ловишь судаков. Покажи примерно, как это выглядит в твоем исполнении. Можно я расскажу, а потом, потом покажу. Но на самом деле нету какой-то догмы, нету какой-то, я не знаю, прописной истины, как... Мы говорим как, о вибах, да? Да. Ну, допустим, мы говорим о вибах. Вот. Как анимируете эти приманки? Потому что есть различные варианты анимации, и зачастую они обусловлены именно личным опытом людей в зависимости от водоема, где человек находится. Еще раз оговорюсь, я нахожусь на реке Волга, и сопутствующим условием моей ловли является течение. Течение очень сильное, и река очень большая, очень, очень бурная. В связи с этим родилась некая техника ловли зимой на вибы, и она зачастую это не совсем привычная анимация приманок прыжками, как привыкли мы ловить зимой, допустим, на балансиры. Основная составляющая проводки – это колебания. Это высокочастотные, мелкочастотные колебания с изменением уровня. То есть мы либо поднимаем от дна. Ключевой точкой опоры для проводки у нас является дно. Дно, где, ну, в априори находится какая-то рыба, и это является точкой опоры. Как вот это выглядит внешне? Я хочу просто понять. Ну, внешне, да, опустили приманку на дно, опустили приманку на дно, поймали глубину, на начало проводки это плавный подброс. Приманка у нас упала. Она чуть-чуть там сгибает кончик удилища. Да, она отработала, приманка упала. Так. Начинаем покачивая. Но просто без приманки на удочке показать это сложно. Покачиваем. Поднимаем визуально и инстинктивно находим середину участка.
ну, который мы выбираем для проводки. У меня, как правило, это метр. Я выше не поднимаю, потому что, но на течении у нас удак выше не поднимается, выше, чем метр от дна, и проводки очень-очень редки даже на таком уровне. Ну, то есть, если мы выбрали метр, поднимаем приманку на полметра, остановились. А, можно и нужно, и важно делать паузу. Пауза может быть от нескольких секунд до минуты, до полуминуты. До минуты? До минуты. Пауза может быть до минуты? Иногда, то есть не надо делать вот так? Иногда. Но на течении приманка продолжает играть. На течении совершенно верно. Здесь все по-другому говорит, происходит. Она не замирает. Она, даже вип не замирает? Да, она колеблется, да, да. И течением шевелит. То есть, как рыбка. Этого достаточно? Да, этого достаточно, чтобы этого достаточно для достаточно вялой зимней рыбы. То есть мы сделали паузу. Вот ты поднял его на метр, да, условно? На полметра. На полметра, покачал. На полметра, покачал, сделал паузу. Дальше может быть два варианта развития. Да, либо мы продолжаем поднимать приманку до условной верхней точки, которую мы определили с метр, либо после паузы мы делаем небольшой подброс, да, но чтобы не делать некоторый сбой в анимации. Мы подбросили, вернули на ту же глубину, опять дали паузу, но эта пауза уже может быть меньше. И продолжаем поднимать приманку до выбранной нами верхней точки, до метра. В верхней точке мы даем тоже паузу. Но, как правило, пауза — это когда ты просто замер, или ты все же как-то там замер. Полностью замер? Абсолютная пауза. Абсолютная пауза, как Сергей верно сказал, это ратлин, в отличие от балансира, он имеет большую площадь. И за счет силы течения он все равно продолжает какое-то движение. То есть его натягивает течение. Мы несколько раз наблюдали в камеру, как на глубине 9 метров при скорости течения 5-6 км в час нахождение виба на шнуре выглядит следующим образом. Шнур и сам виб течением натягивает, причем вип себя ведет. Он там как-то колеблется? Он стоит боком, его натягивает, и в какой-то момент сила течения, ну, уступает, становится меньше, чем натяжение, и этот вип срывается и возвращается опять на исходную точку. А, я понял. То есть он делает такой полуосьмерку. Это очень похоже на технику, как, знаешь, иногда ловят лосося на течении, когда приманка совершает свою какую-то игру только за счет силы течения. И она не уходит куда-то далеко, у нас просто относит ее течением, она совершает какую-то игру. Ну вот это, если грубо, это очень близко. Это, о чем мы сейчас рассказали, ну, это, можно сказать, один из циклов. Подожди, но вот мы добрались до верхней точки, дальше да. Что происходит? Ты вниз это точно так же ведешь? Дальше. Покачиваешь, опускаешь на половину дальше дистанции, паузу, или что? Мы даем паузу, как правило, в верхней точке я даю паузу чуть меньше, но, как правило, это, ну, не больше 15 секунд, это максимум. Да. В основном 4-5. После этого идет опять небольшой мах, ну, то есть мы опять вбиваем цикл, подкидываем приманку. И вот после этого может быть два развития. Опять же-таки два развития. Мы либо бросаем приманку на дно. В свободном падении. Бросаем приманку на дно, после этого, как она упала, мы приподнимаем ее. Приподнимаем от дна, делаем паузу, да, и опять начинаем цикл. Либо мы приманку начинаем опускать с верхней точки, да, с покачиванием, точно такой же цикл. То есть ловит пауза? У меня 80% все поклевки на опускании именно на качании. Окей, Сергей, вам слово. Пожалуйста, расскажите о том, как вы вот это вот все делаете поэтапно. Но если у Дениса, там, где он в основном рыбачит, там сильное течение в глубинах, то у нас также на Верхней Волге течение мы ловим не такое сильное, его, можно сказать, фактически и нет. И то водохранилище, на котором мы рыбачим, там вообще этого нет течения. Поэтому у нас и оснащение, я бы сказал, что про техническую сторону бы я даже еще немножко расширил. У нас есть возможность, и я активно пользуюсь
эхолотами, зимними эхолотами. По сути дела, ну, скажем, возрождение моей рыбалки именно судаковой, зимней, оно произошло после того, как появились эхолоты. Я люблю использование техники, и как бы для меня это, ну, как бы одна из важных составляющих. И ловля с эхолотом, она как бы и результативна, и очень эмоциональна. Когда вы видите, что лунка не пустая, что там что-то происходит, что там подходят рыбки, интересуются, то можно что-то продолжать. Но сколько ловите, я чуть позже скажу. Если же вы видите, что никакой движухи нет в течение, там, положим, там, 2 минут, то я просто меняю лунку и... Даже если они там есть? Нет. Я говорю, когда нет движухи, когда нет, да. То есть они могут там быть, но движухи может и не быть. То есть они просто никак нет, не... Нет, они себя проявят. Когда я начинаю какую-то анимацию приманки, здесь реакция начинается уже, я вижу, что происходит. Уже на этапе, когда я опускаю приманку, судак, если он есть и он достаточно активный, он поднимается вверх за приманкой. То есть на несколько метров, да. То есть до 2 метров. И вот неоднократно бывали рыбалки, где вот ты видишь, что это происходит. Опускаешь, вот он поднялся, но то не первое погружение, либо, да? Да. Я последние вот 2 метра, то, что у меня настроен холод, я вижу, что происходит, вот этот придонный слой, я его контролирую, я замедляю. Как бы экран разделен на 2 экранчика. Полная глубина и придонный слой 2 метра, да. Я опускаю, и я вижу, насколько опустился вип. И вот эти последние 2 метра я отпускаю медленнее и контролирую уже. И если рыбка есть, ну, судачок активный, берж, они просто, ну, как бы взлетают вверх вот к этой приманке. И зачастую вот в этих вот, именно вот в этом придонном слое, там 1,5–2 метра происходит поклевки. Если поклевка не произошла, но вот вы видите такую реакцию, то можно после того, как вы поиграете приманкой, ну, положим, судачок поднялся, потом вместе вот вы опускаете приманку, играете, подыгрываете, он покрутился рядом и ушел. Он как бы, тот эхолот, которым я пользуюсь, там достаточно широкий луч, там порядка 40 градусов, и, ну, как бы большую площадь придонную, там на глубине порядка 10 метров, это, наверное, где-то порядка 5 метров. То есть, ну, вы видите, что он уходит, можно просто еще раз поднять, вот буквально вот до такой высоты, и опять начинать опускать, там сбросить. И вот неоднократно бывало такое, что откуда он берется, я не знаю, он взлетает и атакует приманку, вот именно вот еще раз нападение. Сергей, ну это не просто сброс, да? Это, ну, контролируемый. Ну, да, медленно, да, немножко с подыгровочкой, приманочка шевелит, ну не знаю. Хорошо, если он не съел, ты опустил это все? Да, я опускаю, да, я опускаю, да, я опускаю на дно. До касания, да. Да, 2 раза стукну, 1–2 раза стукну, как бы поднимается муть, что тоже привлекает. И потом я начинаю игру. Если вы видите, что нет ни подходов, нет никакой реакции, бессмысленно просто ждать, когда кто-то придет. Вам нужно бежать. Искать. Да, искать. Это достаточно динамичная рыбалка, очень активная. Я за это очень люблю. За счет того, что там сверлишь, ну, десятки, люди сверлят там, сотни лунок. Я, вот, Денис, я знаю, руками сверлят, то у меня шуруповер для этих целей, ну, как бы, тех 2 аккумулятора, которые у меня там лежат, ну, на где-то на 150 лунок, лед там 40 сантиметров, 30-40 сантиметров у нас хватает на весь день, по сути дела, световой. А сколько нужно упорствовать над лункой? Вот сколько этих вот телодвижений нужно совершать, чтобы понять, что пора идти дальше? Но 2 проводки, 5, 7, 10? Я делаю, ну, как правило, не менее 5 циклов. Ну, вот тех циклов, о которых мы говорили, то есть не менее 5. Это если мы говорим про поисковую рыбалку. То есть ты делаешь 5 циклов, вот после первого опускания, да, поднимаешь на метр, минимум 5. Всю эту историю спустил, минимум, поднял 5. Минимум 5, при условии, что если в эти 5 циклов, да, у нас не было, ну, не было какого-то контакта, не было прикосновения или еще чего-либо. Но это при том условии, если у нас это поисковая рыбалка, то есть мы, ну, не пришли на какое-то место, да, а ловим рыбу, там, не знаю, по площадям или еще что-либо. Если мы ловим рыбу по выходу, ну, то есть, я не знаю, когда под лещом, то есть, допустим, ловит леща. Есть ощущение, что она тут есть, да? Мы видим, что там, ну, либо напарники ловят, либо еще какие-то ловят, то в этом случае цикл сокращается до 3. Ну, это мое личное.
У вас как, Сергей? За счет того, что я пользуюсь вот такой вот поисковой техникой 2-3 цикла и ухожу. Если никакой нет движухи... Если ты не видишь рыбу, да, уходишь? Если я не вижу рыбу, ну, я не вижу подходов и вина, ну, как бы, судака. Да? Рыба может подходить, может тут же лечь, подходить, интересоваться. Там вплоть до того, что и вы видите и ерша, видите там окуньков. Ну, то есть здесь можно при определенном опыте смотреть по ширине линии вот именно той рыбы, которая подходит трофейную. Вы видите всегда свой VIP, которым вы играете. Если настроить очень чувствительный холод, вы видите даже застежку на глубине там, 10 метров. Вот, да. И поэтому как бы, по размеру приманки и по размеру той рыбы, которая подходит, ну, можно для самого себя сделать вывод. Стоит вам тут задержаться еще, там, попробовать ее раздразнить, либо же стоит уйти. Но здесь можно не сразу уходить, есть смысл просто сменить приманку. Размер работает, смена размера, смена веса, смена модели приманки. Все это работает. Про цвет ты не говоришь. Цвет тоже, конечно, да. Я верю в цвета. Хорошо, а вот ситуация, которая у Дениса, наверное, невозможна, возможно, у тебя. Если ты видишь там судаков, которые просто, ну, как-то там не реагируют на эту приманку, но они есть. Да. Это повод для того, чтобы задержаться после там нескольких циклов, да? Если нет, после нескольких циклов, я считаю, вы попробовали, сменили приманку, есть смысл вернуться. Да? Да. То есть они могут проснуться через какое-то время в этой лунке? Ну, они не проснутся, просто активность может поменяться. То есть даже у того судака, который сейчас не хочет есть, там через там, час или там, два часа... Да, через 5 секунд, может быть. Есть смысл вернуться. Если вот как бы везде глухо... Нет, но если вы видите пятак, на котором вы находитесь, стоит лещ, вокруг этого леща крутится судак, вы все это видите, потом вы тут прогуляли весь день, но и на вечерней заре есть прямой смысл вернуться и... сконцентрируется именно в этом месте, и это приносит результат. Тут техник на самом деле очень много. Можно потратить весь день на поиски именно той активной рыбы, которая будет открывать на первом цикле поработки. Да, ну, и можно не найти такую рыбу, не находить ее месяцами. Ну, это тоже возможно. А можно ловить ту рыбу, которая находится в данном месте. Мы уверены, что она здесь есть. И пытаться взять ее, я не знаю, каким-то скиллом своим, с какой-то техникой, какими-то приманками. Эти техники имеют обе права на жизнь. И... Слушайте, я знаю, что вы много ловите, даже несмотря на жесткие погодные условия. Там часто бываете на каких-то больших водоемах. Ну, у тебя, понятно, небольшие. У вас тоже там есть поездки на Рыбинку, на Каму. Я знаю, ты ездил. А как происходит ловля вот с такой вот системой, да, в сильные минуса, там, минус 20, там, есть ли обмерзание колец, есть ли обмерзание, замерзание плетенки на шпуле? Ведь когда ты, ну, вываживаешь рыбу, ты ее достал, так или иначе, тебе катушка все равно попадает в снег, какой-то снег наверняка там набивается в эту катушку, там, может быть, замерзает вся эта, вся, весь массив плетенки, может быть, здесь как-то все это замерзает. Как вообще с этим быть? Масла, там, что там, силикон? Есть, на самом деле, несколько таких вот правил. Но не правил, которых стараюсь придерживаться, шнур практически ловлю шнуром, еще раз оговорюсь, леску не ловлю вообще, но связано с сильным течением, ловлю шнуром. Шнур практически никогда ничем не вырабатываю, это происходит, если там, допустим, очень сильный мороз, ну, от минус 20. От минус 20 в этом случае я обрабатываю, не использую там ни Johnson's Baby, ничего подобного, беру обыкновенное жидкое масло, не знаю, для роликов плесоукладыватель, обыкновенное жидкое, перед рыбалкой. Ну, Шимана, да, у меня Шимана, по-моему, не помню. Шимана лучше. Нет, и не оливковая. Оливковая вымывается быстро. А, обрабатываю шнур, ну, просто перед рыбалкой обшикиваю. А этого хватает на 1-2 рыбалки. Следующее правило при хвостых переходах, когда мы обловили эту лунку, получили, не получили поклевку, переходим на следующую лунку, шнур всматриваю через пальцы, через перчатку. Для чего это нужно? Но когда мы вытаскиваем приманку, на шнур в любом случае, как бы мы ни хотели, обработано, не обработано, он тянет за собой какую-то воду. А веса приманки недостаточно для того, чтобы этот шнур под нагрузкой проходил через кольца, и кольца эту воду у нас убивали. Элементарно сажали шнур между пальцами, вытащили кольца, лед, который остался в кольцах, откололи.
делаю это, откалываю лед из кольц, но не, он в любом случае в них остается после каждого доставания. Не накапливаю, когда лед превращается в что-то единое целое. Вот это, наверное, минимальные требования, которые нужны, чтобы ничего не обмерзало, ничего не скрипело, ничего не оборвалось. Ловлю, ну, ловим, наверное, до минус 22, ну, максимум ловили минус 25. Нужно отдать должное, что у нас немножко отличается климатические условия, допустим, от той же Москвы и Подмосковья. У нас более высокая влажность, и у нас при морозе, ну, вот, наверное, астраханцы согласятся, у них похожие. При минус 20 у нас это очень жесткие условия, реально очень-очень холодно. А нет цели победить природу любой ценой, во всем должна быть логика, поэтому ловим, ну, как правило, до минус 20. Минус 20 ловить нормально и комфортно. Но еще, наверное, оговорюсь и Сергею дам слово, я никогда не кидаю удочку в снег. Ну, ни при каких условиях, это привычка, наверное. При переходе удочка в реке, когда бурю лунки, я никогда не бурю лунки сериями. Ну, если мы хотим, поговорим об этом тоже. Ну, потому что я считаю это бессмысленно. Когда бурю эту лунку, удочку зажимаю между ног, я бурю, поставил горло, взял удочку. Но я не верю. Я никогда не кидаю спиннинг в лодку, никогда не кидаю удочку на лед. Потому что, ну, это снасть, и как любая вещь, она требует, ну, какого-то обращения. Я, честно сказать, не понимаю, не знаю, как отвечать, когда у меня спрашивают, а что будет, если опять катушку кинуть там, в воду, в лед, она замерзнет. На что будет, если летнюю катушку кинуть в глину, в жижу или в песок? Ну, будет абсолютно все то же самое. Просто не нужно этого делать. Не нужно этого делать, и тогда в голову будут приходить такие вопросы, что будет. Есть что добавить? Ну, конечно, есть. Ну, Денис очень правильные слова сказал. Снасть любимая, и, конечно, и бросать ее ни в коем разе не стоит. Но в отличие от Дениса, я пропитываю плетенку. Чем? Я использую Johnson Baby. Да, я считаю, что это, ну, как бы лучше. И мне на день вполне хватает, ну, как бы и запас тот, что есть уже в пропитанной, как бы он, ну, там на два выхода свободно хватает. Ну и очень правильно Денис сказал, то, что когда выбираете приманку, то между пальцами зажали перчатка, и лишняя вода остается. И тогда проблем вот с этих не будет. Ну, конечно, контроль. Здесь на этих удочках достаточно большие кольца стоят именно с тем смыслом, чтобы... Да как бы вот нет, ничего. Достаточно. Да. Достаточно колес на этих удочках. Да, на прототипе там было и по два кольца, но вот решили, что более гармонично, и как бы лучше работает вот именно вот этот бланк, назовем его. Так, когда с ним три колечка более так равномерно нагружается. Большие кольца, здесь нет проблем с обмерзанием. Но я вот обрабатываю. Становое намерзание, как правило, происходит по тюльпанчику. Тюльпанчик, да. Но если вы следите, то с этим никогда не бывает проблем. Но следить за этим надо. Ну, бережно просто относитесь. Ну, это снасть любимая. Конечно, бросать никуда не надо. Аккуратненько, есть возможность такая. Слушай, тогда мой вопрос, он касается, а почему все же эхолот, а не камера? Я знаю, что многие на рыбинке используют камеру, чистая вода, у вас же наверняка тоже зимой есть прозрачность, и можно просто вот, ну, грубо говоря, в экран наблюдать все, что происходит с рыбом, и тогда не надо думать, там, лещ или судак. Есть опыт ловли такого рода? Нет, с камерой я не ловлю, но я вот эхолотом позволяю, камеру надо опустить, развернуть, наблюдать, это, ну, потеря времени. Мы же все же как бы ищем судака, ну, руками. Камера, она только помощник. Я понял. В этих ситуациях. Друзья, есть еще вопросы? Давайте. У меня еще более детальный вопрос. Алгоритм долавливания пассивного судака, когда видно, что он подходит к приманке, но назад не решается. То есть смена приманок, какие варианты для их анимации? Ну, смена приманки на меньшую, например.
На больше как бы, не ставлю, просто меньше, покомпактнее приманка. Был буквально вот две рыбалки тому назад, подобный опыт, когда судаки просто вынесли мозги. Вот, вот все эти подходы, все эти манерные такие подлеты и ничего. Была смена приманки. Это не реклама, это просто правда. Но вот эти сим-свип, которые ну, да, Володя показывал. У меня просто они и есть, я с прошлого года. И я вот реально доловил этого, скажем так, спящего судака. Он просто за ним ходил. И когда я поднял на 1.5 метра, он очень резко ускорился, доел эту приманку. Я тут подумал, что сейчас их будет очень много, таких судаков, но больше я никого не соблазнил. Не система. Да, это не система, да, но я в другой луночке так, по такому же сценарию еще одного поймал. Сначала они за Вимом, за другим, за Маднесом очень долго ходили, вот, а сменив именно на него же, такой голубенький, я также еще одного поймал. Ну, то есть, можно сказать, система. У нас не столько судака сейчас активного, то есть, здесь что-то выстраивать сложно, но вот смена приманки, размер, в меньшую сторону. На VIP или на баланс? VIP на VIP. Получилось VIP на VIP. VIP на балансир. Ну, я думаю, все это работает. Всегда работает смена приманки. Хорошо. У меня еще, знаете, какой вопрос? Часто говорят, что при ловле классическими удочками, где резко наматывается на, прости господи, мотовело, да, и происходит после подсечки выборка лески руками, эта ловля, она гораздо более динамичная, потому что ты успеваешь из активного судака, из стаи, или, может быть, вот этой ежеминутной активности поймать там 3, 5, 7, 10 рыб. После того, как ты распутаешь эту леску, да, которая у тебя... Ну, если там все это дело как-то отбрасывать, я видел, что происходит у мастеров там лихо, но здесь вылаживание затягивается, потому что как ты там с рыбой борешься, ну, это происходит гораздо медленнее, динамика теряется, и получается так, что когда ты нашел активного судака, тебе вроде бы как надо его драть, да, даже он начал брать, а ты, ну, начинаешь какие-то игры играть там, и в итоге стая уходит, или как-то там тебя обуривает, что-то происходит. Что вы думаете по этому поводу? Ну, тут, наверное... Какова цель вообще прихода на рыбалку? Если просто надо все рыбы, ну, то... На зимнюю вообще не знаю. Это загадка. Может быть, да. Моя цель, да, я думаю, и Сергея, тоже получить максимум удовольствия от процесса. 100%. Но это не то, что мы так отходим от темы. Ну, к примеру, судак в среднем на 3-4 килограмма с глубины 11 метров достается при получении удовольствия, достается... секунд за 30. Ну, то есть это примерно самостоятельно, это, да? Это при менее. Том, что судак у нас делает некий спорт под лункой, да, мы с ним, у нас немножко визжит фрикцион, ну, мы получаем какое-то удовольствие, а просто при вываживании это руками, я считаю, все удовольствие заканчивается на поклевке, потому что все разговоры на кончике пальцев. На какие могут быть ощущения на кончиках замерзших пальцев? Там цель просто достать рыбу, выкинуть на лед и до следующей поклевки. Потому что все удовольствие заканчивается на поклевке. Но я ловил руками, это мое мнение, ни в коем случае никого не убеждаю в обратном. И более того, если бы я ловил эту рыбу на глубинах там меньше 4 метров, я, возможно, бы использовал абсолютно все то же самое. Но потому что есть некая эта логика, и там на глубинах меньше 4 метров и есть шанс, то, что та рыба, которая клюнет у нас на такую снасть, он может разогнать все, что есть. Вокруг глубина небольшая, лишнее движение. Я абсолютно предполагаю это при ловле там, щуки вдоль камыша. Я тоже бы не ловил на эту снасть, потому что щука на маленькой глубине спортует у нас еще быстрее. И расход приманок, потеря и размерывание рыбы будет еще больше. Всему любому поведению на рыбалке должно быть логическое объяснение, как минимум, почему делается так, а почему не так. Сергей правильно сказал, что они, возможно, поймают эту рыбу больше, но только после того, как снимут всю плетенку, леску, шапки, с ушей, с капюшона,
отпутывает ее, когда ее отнес ветер и зацепил за какие-то ледяшки. Ну, я не знаю, сомнительное удовольствие. Это как по мне, никого ни в чем не убеждает. Ну, плетенку-то вообще сложно ловить, именно когда ее выбираешь руками на лед, это путается постоянно, замерзает, это просто... Мона леска. Там же в ходу в основном моно или флюр. Моно, флюр. Ну, из-за чего? Из-за того, что он просто меньше путается, еще больше. Но здесь как бы острее, как бы вот этот процесс поклевки, она как-то, ну, как бы, прям все аж передается. Ну, на самом деле это можно сравнить с неким продолжением лета. Когда лето очень хочется, можно взять такую снасть. Но это, конечно, все утрировано, но очень-очень-очень-очень близко. И это удобно. Это удобно, это выводит рыбалку на некий новый уровень, когда ты не стоишь там в старых валенках, в старой куртке, которую ты хотел выкидывать, а тут начал заниматься зимней рыбалкой, она пригодилась. Когда ты стоишь в нормальном костюме с нормальной снастью и получаешь удовольствие от каждого своего движения на зимней рыбалке. Если мы говорим про нашу, так скажем, верхнюю Волгу, то у нас такая рыбалка происходит не только со льда. Ниже города, Дубны, там у нас промыто, за счет того, что постоянно работают турбины, промыто на несколько километров, ближе там, к весне, на несколько десятков километров размыт лед. И наши дубнинские рыболовы, ну и не только дубнинские, так скажем, ближайших городов, очень активно ловят именно с лодок, с проплыва, именно на подобные снасти. Вертикально? Да, да, очень много. Ну, как бы мы при такой возможности ловим, конечно, на спиннинг. Мы выезжаем и конкурируем, там именно ловля на спиннинг идет. Потому что, ну, все же мы как-то больше, конечно, летние рыболовы, там спиннингисты, нам это ближе, мы это больше любим. Но вот, тем не менее, это продолжение есть и лодочной рыбалки именно вот. Вот таким комплектом можно ловить с лодки, да? Да, да, да. Да. И вот это все комплекты очень удачные. И у нас, ну, вот последние два года вот именно такие комплекты очень популярность получили у обычных рыбалов. Никакие не спортсмены, просто обычные рыболовы. Ну, они просто, ну, как-то по-другому посмотрели и взглянули на всю эту ситуацию, на всю эту ловлю. Ну и потом вот какой-то культура ловли растет. У нас, если раньше, вот все, что попадалось, все это в мешок, вот 100%. Размер не играл никакой роли. Там, ты если клюнул, значит, тебе уже на сковородку пора. Вот. Сейчас совсем по-другому. Вот эти вот дедушки, я уж не говорю про какую-то молодежь, которая тоже немало, как бы, ну, взгляды меняются. Рыбу отпускают, ну, берут, конечно, ну, товарную рыбу забирают, безусловно. Но вот всю эту мелочь, всю эту некондицию люди отпускают. А зимой нет проблем с отпусканием рыбы? Нет. Нет. Если ты делаешь сразу в ближайшие там 1-2 минуты, то нет. Сразу отпускаешь, конечно.